Привет! Вы смотрите Телегид. Несколько минут о том, что обязательно нужно посмотреть и чего нельзя пропускать в эфире нашего канала. Какая она? Последняя теленеделя октября на ЛРТ. Знаю я, Анна Троян. Каково это доить корову, разводить гусей или, скажем, кататься на яхтах и жить в шелках? И ту, и другую сторону жизни увидим по будням. На ЛРТ стартует второй сезон реалити «Барышня-крестьянка». Две девушки из совершенно разных слоев на три дня меняются жизнями. Две абсолютно разные героини поменяются всем, обувью и привычками. Кому будет легче в новой жизни, барышне или крестьянке? Смотрим по будням в 10:00 и 17:30. Пойдемте со мной. Пошли. Один есть, давай. Давай, заходи. Я подумала, я так справлюсь с заданием, хотя бы всех загоню домой обратно. Ребят, идите все сюда, ну. Добрую семейную комедию с французскими нотами для вас приготовит ЛРТ в четверг. Полю 30, а он живет со своими пожилыми тетями. Его жизнь – повседневная рутина. Игра на пианино дома и в школе танцев. Изолированный от внешнего мира, Поль стареет, так и не успев познакомиться с жизнью. До того дня, пока не встретится с соседкой. Как это изменит мировоззрение нашего героя, узнаем 29 октября в 22:00. Можно присесть? Я знала, что застану вас здесь. Я хотела бы извиниться за тот раз. Я вас шокировала? В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Сдвинуть с места эвакуатор весом 41 тонну на 12,5 метров для слесаря Люберецкой теплосети Сергея Агаджаняна не проблема. Новое достижение экстремала – третий мировой рекорд. Русский Халк, так его прозвали в интернете, сверхчеловеком себя не считает. Говорит, что силовой экстрим помогает ему в работе с молодежью. Осень – чудесное время для свадеб. Теперь каждые выходные нас ждет настоящий праздник. Главные герои сериала – работники ЗАГСа, а сюжет завязан на историях людей. А ситуации у них, сами знаете, могут быть очень разными. От самых счастливых до трагических. Кто-то приходит, чтобы соединиться в семью. В соседней же комнате горят желанием развестись. Да, будет интересно с новым сериалом по выходным в 15:45. Паспорт, ты говоришь, забыла дома, да? Мой дублер, значит. Так, да? Стоп, хватит, мальчики. Я вам сейчас все объясню. Да, у меня было два кандидата в мужья, и я до последней секунды не могла определиться, за кого выйти замуж. И поэтому я заказала две свадьбы в разных ЗАГСах. Вот и все, понятно? Вот, мои друзья, придется остаться дома. Вам предстоит познакомиться с номинантом на премию «Оскар» историей перспективного журналиста, который взял интервью у Бога. Да, именно Богом назвал себя загадочный мужчина, с которым предстоит работать молодому акуле пера. Пол принимает предложение побеседовать, как безобидную шутку, но оно оборачивается самым сложным и самым важным интервью в его жизни. Какие вопросы задаст ему Пол и какие получит ответы, увидим 31 октября в 10 вечера. Спасибо, все по плану. У меня и так все под контролем. О, ну что ж, ладно. Ты меня очень обнадежил, потому что
Видишь ли, твое время на исходе. Еще 5 минут, но я готов уступить место следующему пророку. Нет, Пол, я говорю, твое время на исходе. Что вы сказали? Что слышал? На исходе. Опять загадки? Что это значит? Фантастические приключения и не только нагрянут на нас воскресным вечером. Включайте ЛРТ. Неунывающий авантюрист Алекс влюбляется. Это происходит не случайно, как и то, что они оба влюбленные попадают в студию, где снимают телешоу про экстрасенсов. Во время прямого эфира этой популярной программы выясняется, что на Таню наложено заклятие, и она обречена на одиночество и отчуждение со стороны близких. Алекс, сам того не подозревая, становится пешкой в опасной игре двух могущественных магов. Интересно, теперь парню предстоит сделать нелегкий выбор. Избавить девушку от заклятия можно только добровольно, взяв его на себя. Вы в это верите? Посмотрим, увидим в воскресенье в 22:00. Тань, хочешь честно? Мне кажется, ты себя накручиваешь. То, что произошло на чемпионате, что произошло на шоу, этот венец безбрачия, проклятие. Да нет этого ничего. Просто ты об этом думала, и это произошло. Выкини все это из головы, и все будет хорошо. То есть ты не веришь в магию? Не верил. Пока тебя не встретил. На этом все. Еще больше интересного ищи на нашем официальном сайте www.lrt.tv. И, конечно же, на наших страничках в соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. Ну, а я, Анна Троян, на этом с вами прощаюсь. Хорошей вам погоды на улице и, конечно же, дома. Пока-пока.